Выбор профессии – важный этап в жизни каждого человека. С детства мы мечтаем о том, кем станем во взрослой жизни. К выбору необходимо подойти очень серьезно, чтобы в будущем выбранная специальность не принесла разочарований. Готовы ли современные школьники к выбору профессии? Этим вопросом задались организаторы профориентационного тестирования старшеклассников Санкт-Петербурга. В ходе исследования выяснилось, уже выбрали свою будущую профессию только 17% школьников. В стадии выбора находится 51% обучающихся. Они сделали свой выбор 29%. 3% школьников вообще не задумывались о выборе профессии. Распределение профессиональных сфер деятельности оказалось примерно равномерным. Между сферой культуры и искусства, социальной сферой, дизайнерской деятельностью, информационными технологиями, медициной, сферой маркетинга, сферой образования и науки и банковской сферой. Эти данные говорят о том, что школьники 8-11 классов очень слабо представляют рынок труда Санкт-Петербурга. Важным вопросом является определение проблем при выборе профессии. Результаты показывают, что у 46% опрошенных отсутствуют знания о профессии. У 18% нет уверенности в поступлении в учебное заведение по выбранной профессии. Следующей существенной проблемой является отсутствие возможности познакомиться с будущей профессией, то есть отсутствие профессиональных проб – 11%, 6% школьников отмечают недостаток информации о возможном трудоустройстве. На долю других проблем приходится 4%. Еще одним вопросом исследования был вопрос о том, какие причины обуславливают выбор профессии. На первое место школьники ставят возможность заниматься любимым делом. Далее – возможность получить хороший заработок, возможность сделать карьеру, возможность приобрести новые знания и умения, возможность работать творчески, самореализоваться, желание приносить пользу обществу, востребованность профессии, ее престиж в обществе. И, наконец, что же влияет на профессиональный выбор школьников? Большинство, 59%, выбирают будущую профессию самостоятельно, 33% – под влиянием родителей. К сожалению, роль педагогов дополнительного образования, педагогов школы, психологов совсем незначительна. С детства мы мечтаем о том, кем станем во взрослой жизни, ведь выбор профессии очень важен. Готовы ли современные школьники к выбору профессии? –